приєдналася до цього. Ну, мені нагадує, як я тільки чекали телевізійний, який конкурс, раз така додала Дмитрія Петерика, вона там була єдна, вона підтримала. Тому Антон це був. Він усіх на нашій молодежі, дітей, яких ми дуже гордимося, любимо і сподіваємося на вас успіхів і в учебі, і в будущій роботі, і в такій своїй чоловічій житті, щоб у вас все було все по-хорошому, по-доброму, як ви самі собі желаєте. Доброго доверення. Нормальні дети. Батька Хасанова. Поколение
Почетная грамота Министерства образования награждается руководителем фольклорного кружка Черопчинская СОЖ номер 2 Ячковская Марьяна Михайловна. Во Франции мы просим Министерство образования помочь в связи с кризисом, помочь нашим родителям именно в организации питания и образования. Билден Турар, Хаз Битти Сағат Мейтен Сүргетін Күліғар, Күргүт Тағамна, Тереяйын, Атағам Турарғар, Бейге Республикабын Аға Бағалыға Вячеславын Күрештіру. Сағат Серен, Талбар Құрдына, Евгений Саяғына, Михай. Как наши дети выступают? Знаете, так хорошо, так. Надо положить. Вот, недавно в Вилюйске мы проводили 375-летие замечательным праздником, праздником песни, праздником души, праздником, который всегда наши дети ждут целый год. Благодарю Верховного Российского окружного администрации города Якутска, разрешите вручить грамоту и благодарственное письмо. Спасибо за Наталью Афанасьевну Гоголеву. Спасибо. Имеет председатель жюри академик Академии духовности Республики Саха-Якутия Добрый, замечательный вечер. Всех я вас поздравляю с замечательным праздником юности. Замечательным праздником юности Якутии совместно с 27 улусами, детей 27 улусов, стали большими друзьями. Да. Действительно, мы очень рады. Общественной организации юности Якутии. Благодарим всех участников за такую возможность. Мы вот в течение всей недели помогали всем участникам, организовывали все эти наши мероприятия, закулисные, как скажем, участники телеконкурса «Полярная звезда» стали. И мои ребята и участники «Полярной звезды» все подружились, и в рамках нашего соглашения о взаимосотрудничестве будем в дальнейшем сотрудничать. И всех приглашаем на нашу детскую общественную организацию «Юность Якутии». И всем руководителям раздадим такие газеты. Это газета для школьных победителей республиканских и российских конкурсов. Это Алина Николаева, которая также, несмотря на свой возраст, является победителем республиканских, российских и два года и три. И сегодня перед вами выступает девочка сильная духом. Ей 4 года. Но она на мастер-классе выступала звездой эстрады Легантей. Итак, слушайте, аплодисменты.